Друзья, всем привет! Я нахожусь в Москве. Сегодня пятница, 16 сентября. До выборов в Госдуму осталось всего лишь 2 дня. Сегодня последний день, когда можно вести какую-то агитацию, поэтому я решил записать этот видеоролик, в котором призвать всех обязательно идти на выборы, потому что власть так и так проведет выборы и признает их результаты, но если мы не пойдем, мы порядочные люди, то в Госдуму пройдут одни жулики и воры, и 5 лет страна будет снова обрушаться в глубокую яму, из которой потом будет вообще невозможно выбраться. Поэтому надо идти на выборы и голосовать. Голосовать либо за партию народной свободы, Парнас номер 8, либо за партию Яблоко. Других оппозиционных сил нет. Все остальные партии – это сателлиты Кремля. Все остальные партии – это та же самая Единая Россия. Все остальные партии за Путина. Против Путина только Парнас, которые открыто говорят, что объявят импичмент Путину, как только попадут в Госдуму, вынесут это на голосование. И партия Яблоко. Яблоко более конструктивно об этом говорит. Точнее, не конструктивно, а более мягко об этом говорит, завуалировано. Ну, Шлоссберг открыто говорил об импичменте. Вот. Но, тем не менее, Яблоко это такая же настоящая оппозиционная сила, за которую также можно голосовать. Отличие в том, что Парнас это все-таки правые либералы, Яблоко это левые либералы. То есть, кто вам ближе, за того и голосуйте. Я лично сам уже определился. Я буду все-таки голосовать за Парнас. У них есть все шансы на прохождение. Изначально, если вы там смотрели предыдущий ролик, я говорил, что за Яблоко буду голосовать. Вот. Но когда пошли дебаты, когда начал выступать Мальцев, он дал такой мощный новый приток народу. Я думаю, что все-таки много людей придет и проголосует именно за Парнас. У Парнаса есть все шансы на прохождение в Госдуму. Вот. Но если вы по каким-то причинам не можете голосовать за Парнас, то голосуйте за партию Яблоко. То есть настоящая оппозиционная сила, такая леволиберальная, социал-демократическая. Только Парнас или Яблоко. Все, других партий нет. Все остальные партии это проекты Кремля. Обязательно идите на выборы. Возможно, это последний шанс на какие-то мирные демократические перемены. Все мы видим, в какую яму уже загнали страну. Даже если Яблоко или Парнас наберет всего лишь 5% и в Госдуму пройдет небольшая группа депутатов, у нас уже будет депутатская трибуна, у нас уже будет небольшая фракция, мы сможем делать какие-то заявления, мы сможем делать депутатские расследования, мы сможем... Ну, вообще, это будет мощная правозащитная фракция и так далее. То есть, плюсов тысячи. Поэтому нужно идти и голосовать, поддержите оппозицию. Я очень на вас надеюсь, друзья. До новых встреч!